Одна из дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Зарина Рахмон, назначена заместителем председателя Орионбанка. Возглавляет банк ее родной дядя, предприниматель Хасан Асадуллозада. В банковском документе, копия которого 18 июля попала в распоряжение радио Зади, отмечается, что Зарина Рахмон была назначена на эту должность в начале 2017 года. В 2010 году Зарина Рахмон, получив образование за границей, в течение 2 месяцев была диктором и читала новости на английском языке. На тот момент ей было 16 лет. Следует отметить, что карьерный рост детей Эмомали Рахмона традиционно происходит довольно стремительными темпами. Так, его сын Рустам, после пребывания в нескольких руководительных должностях, недавно был назначен мэром города Душанбе и, по мнению экспертов, готовится на роль преемника своего отца. Дочь Азада Рахмон является сенатором и возглавляет администрацию президента, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, работала в посольстве Таджикистана в США. В 2009 году была назначена первым заместителем министра иностранных дел страны. Другая дочь, Рухшона Рахмонова, с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана. Прежде она работала в посольстве страны в Великобритании. Старшая дочь, Тахмина Рахмонова, которая особо не мелькает в СМИ, считается в Таджикистане бизнес-вумен номер один. Кроме того, все зятья Эмомали Рахмона занимают должности в сфере экономики и финансов в правительстве. Таким образом, тиран Эмомали Рахмон превратил страну в своего рода частную компанию, которой он и его близкие распоряжаются по своему усмотрению и сугубо в своих интересах. Они обогащаются за счет присвоения народных средств, толкая население в бездну нищенства и рабства, а проявивших недовольство с такой ситуацией в стране либо сажают на долгие годы в тюрьмы, либо изгоняют из страны.